Привлечь внимание к проблеме онкологических заболеваний очень необычным способом решили в Нижнем Новгороде. Акция «Мост-бюст через Волгу» была задумана давно, но в свете последних трагических событий стала особенно актуальна. В городе открылся специальный пункт по сбору бюстгальтеров. Вот наша бюст-корзина. Акция заключается в том, что сегодня мы у вас берем лифчики, и 20 августа эти лифчики, бюстгальтеры, будут частью большого моста через Волгу. Вот абсолютно новые лифчики приносят, кстати. Их можно между собой вот так вот связывать, смотрите. То есть здесь есть такие крючки, и они вот так очень хорошо держатся. Мне отдали бюстгальтеры мамы, ее подруги, и подружек я тоже своих. Взяла несколько штук. Каждый может оказаться в такой ситуации, столкнуться с такой проблемой, поэтому никогда не надо оставаться в стороне. Печальная новость сегодня о том, что умерла Жан Фриске. Она умерла от рака. И это событие заставляет задуматься людей идти проверяться. В Нижегородской области ситуация с выявлением и лечением рака молочной железы находится на весьма хорошем развитом уровне. В Нижегородском областном онкологическом диспансере формируется маммологический центр. И все возможности в онкодиспансере для этого есть на самом высоком уровне. Даже мужчины приходят, да, они приносят бюстгальтеры своих жен. Поскольку девчонки иногда стесняются, мужчины проявляют такую жесткую социальную позицию и поддерживают нашу акцию. Кстати, организаторы акции также раздают и флаеры с адресами государственных клиник, где подобное обследование можно пройти бесплатно, и коммерческими лечебными заведениями, которые в рамках акции обещают 50% скидки.